хватает ему именно силы. Вот такой в борьбе удары, первый мяч на второй минуте. Вот так вот спартаковцы эмоционально празднуют первый забитый мяч. Ой, Анатолий Дубилко снова на ударной позиции оказывается и наносит этот удар, и рикошетом от вратаря мяч отлетает. Зрячий как раз Юрий Куприн большую часть мячей из передачи. Расстановщик в команде, вот один свой мяч забивает. Казалось бы, в этой атаке все закрыли спартаковцы. Передача на Уткина, Евгений Уткин с дальней дистанции сравнивает счет в этом матче. На 4-й минуте второго тайма, свой мяч в сезоне от универсала Северной Двины. Далее возможность для удара, дали просто стандарт, сколько, 10,5 метров примерно на ворот. Станенко удар, и никого не задев мяч, юркнул в угол ворот Ильича. О чем, в общем-то, сейчас? Удар, еще один мяч залетает в ворота Северной Двины. И пока все дальше Аркадий Городцы добивают. Победителями возвращаются на третью строчку в турнирной таблице.